Давай, диджей Макс, врубай на полную катушку. Dale, dale, fantamão. Copia, copia, copia и дальше. Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег. И сегодня я хочу порекомендовать вам такой канал Mr. Agroil Channel, игры, обзоры LP. Я понимаю, что этот канал только начинающий, но надеюсь, и видео у него такое, ну, как сказать-то, ну, чуть-чуть, как бы, не продвинутое. Я могу вам сейчас показать картинку. Вот. В начале у него какой-то это, дуние микрофона. Ну, я верю, что он исправится, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите. Дальше, я точно знаю, что он исправится, этих надписей не будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А теперь переходим к моему ролику. Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег. И сегодня я буду продолжать играть в пиратов, в этих замечательных пиратов, сокровища пиратов. И да, будем продолжать играть. Если у вас закончились жизни, попросите фортуну. О, я получил фортуну бесплатно, колесо фортуны. Разместить запись, крути бесплатно. Так. Кажется, я сейчас... Нет, я выиграл торнадо. Ну, хоть что-то. Ну вот, Юрий Грюнов, поздравить с днем рождения. Во-первых, отправить тебе подарок. Ну, а как его поздравить? Я перешел все-таки на новую локацию. Так долго видео не было, потому что... Ну, чтобы перейти на эту новую локацию, мне нужно было 3 рома. Вот я закончил, но мне нужно было 3 рома. Вот мне все мои друзья прислали. Кстати, я отключил пока что, чтобы меня не приглашали в друзья. И нас никто доставать не будет. Я дошел вот до этого и прошел чуть-чуть уровней. Ну, я сейчас буду с вами их проходить. Я, конечно, буду фейлиться. Конечно же. Так, ну это понятно. И это тоже понятно. И... Нет. Хотя да, все. Хотя нет. Окей. Где же бочка? Как же ее? Ну все. Первая готова. Осталось чуть-чуть. Вот эту вот бочку. И все. Будет круто. Только эту бочку еще как-нибудь надо передвинуть. А это, наверное, сложно. Хотя как, наверное? Конечно, сложно. Вот так. Или вот так. Не, вот так. Вот так вот. У нас получается эта молния срабатывает. И дальше что? Я не знаю, что делать. Нет. Фак. Ну вот. Продолжаем. И что? Ну все, капец. Мне бы как-нибудь что-нибудь сделать. Одна звездочка есть, но... Я сейчас зафейлюсь. Не знаю, как я в тот раз этот уровень с первого раза... А для чего мне вот это вот торнадо? Вихрь, точнее. А для того, чтобы бочку перекинуть сюда. Ну, эту фейловую ошибку я не буду делать вот так вот, вот сюда вот. Так что я лучше вниз сделаю. И капец. Опять выбор. И давай, 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 давай. Чего же он не хочет-то выигрывать? О, ух ты. Ну все, кажется, я выиграл. Хотя нет, у меня всего лишь 11 ходов. Посмотрим, посмотрим. Нет, фак. Давай, давай, давай. Не исчезай, плиз. О, СПС. И все, у меня предлагают 3 хода зачем-то. О. Хорошо, спасибо.
И я, наверное, должен заработать, опять же, 3 звездочки, наверное. Да, я заработал 3 звездочки и плюс еще ходы. 46 тысяч. И я, опять же, на первом месте. 42 уровень. Я на втором месте. 4 бочки, это уже будет чуть сложнее. Хотя как чуть, конечно, сложнее. Это ж понятно. Вот так. Ну, одна бочка, наверное, сейчас уже будет. Хотя нет. Показалось. Ну, в принципе, мне это ничего не даст, но... А, даст, даст. Бочка. Уже бочка есть, это меня уже радует. И уже 2 бочки. Осталось вот эти вот. Как-нибудь попробую. Как-нибудь осилим. А, осталась-то одна бочка. То как ее сделать? Точнее, перекинуть. Вот этого я делать не хочу. Давайте вот так поступим. О-о-о-о-о-о-о-о. Круто. Так. И нет. Да. Да, нет. Да. Я не знаю, да или нет. Не, реально. А серьезно. Нифига. Ну, что дальше? Может так? Нет, так точно не надо. Ну, давайте вот так поступим. И-хи-хи-хи. Нет. Так все-таки не получится. Осталось только 10 ходов. Я даже не смотрел. А фак. Хотя нет, я кажется, выиграл. Я выиграл. Не кажется, а даже выиграл. Иди за жопу. Нет. О, ура. Ура. 3 хода мне предлагают. Ну и плюс еще 7 ходов где-то. До 3 звездочек я не дотяну, это понятно. Может быть. Да, я не дотяну по-любому. Ну, 2 звездочки хватит. Опять же, я на втором месте. Но меня это тоже радует. 46 уровень. Цель. А, фак. Я на другой уровень перемчался. Ну, давайте тогда пройдем. Раз уж я так сделал. Случайно. Ну, ладно. Я сейчас понимаю, что зафейлюсь. Это уже всем понятно. Нет. Опа. Круто. Получается такая вот штука. Давай. Вот так. Я понимаю, что сейчас могу вот это активировать, но я жду подходящего момента. Ну, в принципе, можно использовать уже. Вот так вот. Ну, дальше. А как дальше? Ну, я, понятное дело, не пройду этот уровень, ну и ладно. Главное не победа, главное участие. Да-да-да. Вот так. Дальше что? Вот так, допустим. Ну, это понятно, что я сейчас не выиграю. Ну, давай сейчас. О! Да. Хотя... Нет. Казалось. Одна звездочка. Мне главное пройти этот уровень, а не звездочки. Деньги я могу и через контакт купить. А вот так. О, 3 хода. Давай. Супасе. Ну, теперь у меня есть шансы выиграть. Вроде. Наверное. Нет, у меня нет ни одного шанса. Фак.
А, вот так. Ага. Вот так. Дальше что? Вот так. А, ну. Я зафейлен. Я зафейлен. Да, я по-любому зафейлен. Ну что? Главное участие, а не падает. Хотя кто эту глупую фразу придумал? Главное, конечно же, победа. Потому что на участие чего? Ничего, конечно же, не получишь. А победа? Ну... Ну все, это понятное дело, что я проиграл. Ну, может быть, как-нибудь повезет. Не, пожалуйста. Фак. Ну ладно, не хочу я повторять этот уровень. Я перейду к 43-му. Я, да, думаю, сейчас пройду 43-й и 44-й, и все. И все, да. О, я на втором месте опять же. Одна цель. Это не мысль. Я забыл про этот уровень. И теперь не знаю, как мне с ним быть. Мучиться, проходить его. Это ж такой сложный уровень, что его, кажется, невозможно пройти. Хотя вот уже звездочка у нас есть. И считаем. Раз, два. Ну да, в принципе, на ее это и надо. И уже наша бочка опустилась. И уже на шаг ближе. Вот так. Давай, давай, давай. А какого хрена ты так-то вверх ходил? Вот так. Ну... Мне что, вообще ничего упадать не будет? Да, опять вверх. Как вы уже задолбали. Давай. Ну-ну-ну. Ну. Ну вот, в принципе. Надеюсь, сейчас не вверх будешь, а ты будешь не вверх, слава богу. Но я понятно, что уже не выиграю. Понятно. И что дальше? Тут нет ничего интересного. Фак. Так. А, мне надо проверить, я вообще снимаю или нет. Сейчас. Да, все замечательно, я снимаю. Слава богу. И как нам поступить? А, нет. Не так. А вот так вот надо поступить. Чтоб чуть-чуть понизиться. Фак. Конечно. Ну да. Вот так, допустим. Ну ладно, я уже сейчас думаю, хватит записывать. Наверное. Сейчас вот этот уровень и все. Давай. Ага. Было у меня еще две звездочки. Но это только мечты. Мечты и еще раз мечты. Ну это, наверное, вниз. Вот так. Ух ты. Прикольно. Ну, что дальше-то делать? Вот так, и да, ух ты. Вот так. Вот так давай. И, нифига. 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 Ну давайте сейчас вот так вот сделаем. И да, нифига. А осталось-то ходов ни хрена себе как мало. А, что-то я не заметил, не заметил. Плиас. Нет. Не так, плиас.
Ну, конечно, да. 5 ходов, конечно. Ну, это я не буду делать. Давай. Какого хрена? Мне не везет. Что за хрень? Ну, а я это, кстати, не видел. Не замечал даже. Мне сейчас попасть в нее как-нибудь. Ну, капец уже, понятно. Ладно, я сейчас зафейлю этот уровень и все, закончу. Ага. Все. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Олег. Удачи и пока.